Всем привет, мои хорошие, с вами Кэмили, и сегодня мы с вами снимаем видео, наконец-то, про роллы. У нас Japan's Garden Sushi. До этого я снимала обзор, просто вы очень часто спрашиваете меня в Инстаграме, где же я заказываю суши. Почему они у тебя такие красивые, а мы заказываем, получаются, какие-то косые кривые. Так вот, ловите, ссылочка внизу, переходите, заказывайте вы тоже. О! Мне положили до хрена, просто дофига имбиря. Вот. И вот такие вот красавицы. Запеченные тут. Филадельфия, Калифорния. Это какие-то маки, по-моему. Вообще, по-хорошему, надо бы уже научиться, как называются какие роллы. Давайте приступим. Не знаю даже с каких. Давайте вот с этих. Красота просто. Любимые. Самые любимые с креветкой. Этот сет мой любимый. Здесь собраны все мои любимые роллы. Это просто лучшие из лучших. И специально на этот сет я вам выбила скидочку. Если вы в течение месяца, внимание, только в течение месяца, потому что в прошлом видео тоже был промокод, и получается, люди в течение 4 месяцев, 5 месяцев, пока это видео там, все хотели этот промокод. Это все вы можете заказать за 30 манат и с бесплатной доставкой. Вы можете заглянуть к ним на страницу и убедиться, что действительно такой сет стоит 45 манат, а вы получаете его всего за 30. Плюс бесплатной доставкой, но в течение только месяца. Например, 1 сентября вы уже не сможете его заказать. Что мне нравится в этом сете? Филадельфия, рыбка вокруг, не то что просто сверху, а вокруг, роллы сами по себе тоже большие, посмотрите. И самое что хорошо, начинка, здесь как раз таки много начинки, посмотрите, рыбка, огурчик и сыр, конечно же. В общем, все ссылочки внизу. Заказывайте. Я в восторге. Самое любимое вот здесь. Иногда бывают крупные сеты, и там половина роллов, например, нелюбимых. А получается, ты платишь за все. Сегодня у меня просто куча дел. И я решила составить план на день. То есть у меня 14 дел, которых я должна сделать. Я не знаю, я смогу или нет. Пока что я просто составила у себя в заметках. Если получится, выложу в свой Инстаграм. Я поняла, что больше всего успеваешь, когда ты реально планируешь свой день. Когда не планируешь, получается так, что просто тут полежал, там полежал, не знаю, полазил в ТикТоке, и все, день закончился. С сегодняшнего дня, сегодня 1 число. Я решила планировать свой день так, чтобы прям все успевать. Сейчас время всего 1 часа дня. Я, получается, сняла для вас видео с брекетами. Смонтировала его. Выложила. Это видео очень тяжело монтировать, потому что там
много вставок, всяких фотографий много вставлено. Поэтому монтаж этого видео дело нелегкое. Но, как вы видите, к часу дня я уже все это успела. Покрасила маму. В общем, я делаю так, чтобы максимально забить свой день. Обычно я как утром лежу, думаю, еще полчаса полежу, ничего. У меня еще время есть. А потом все, день закончился. Это не значит, что я не буду смотреть свой любимый «Дом-2». И не буду смотреть своих любимых мукбангеров. Например, сегодня вечером я собираюсь делать педикюр. И в момент, когда я буду делать педикюр, я просто буду включать какого-то мукбангера или, может быть, какое-то другое видео из Ютуба. Вот, я буду смотреть и в процессе делать педикюр. Или, например, я вчера вечером делала уборку в ящиках, я опять же включаю какого-то блогера. Получается, что ты ни в чем себе не отказываешь. Ты продолжаешь смотреть блогеров. И в то же время ты все успеваешь, все делаешь. Мне кажется, идеально. Огромные роллы прям тают во рту. Забываю про имбирь. Совсем забыла про мои любимые. Прям так, может? Сверху шапочка, нереально вкусно. Иногда бывает в Инстаграме, смотришь рекламу, ну, реклама выходит в истории, роллы на фотографии. Это прям нечто. Приходят совсем либо малепусенькие, либо приходят какие-то косые, кривые, невкусные. Поэтому я, если честно, не особо ведусь на эту рекламу именно в Инстаграме. Или сплошной рис бывает. Вокруг рыбка. Это нечто. Рыбка упала. Но мы ее достанем. Завтра мамка уезжает. Один раз в истории я сказала «мать», и все мне начали писать, что почему ты свою мамочку называешь «мать». Вообще-то, ребята, «мать» — это древнерусское слово. Я папу тоже очень часто называю «отец», и это не грубо. Возможно, у вас дома как-то так не принято. У нас очень даже принято. В общем, мама, мамулечка. Завтра уезжает в деревню. Поэтому, ребята, ждите. Каждый день будет заказ роллов.
Вчера вечером еще лепили грузинские хинкали. Все самое вкусное в морозилку. Вот. И потихонечку буду кушать, снимать для вас видео и все дела. Девчонки пишут, что снимаю побольше разговорных видео. Вот наподобие того, как я похудела, про жизнь и все такое. Я смотрю, что реально на таких видео хорошие просмотры. Вот поэтому сегодня сняла про брекеты. Тем более очень актуальная тема на самом деле. Кто-то хочет боится, кто-то не знает, сколько стоит. Цены разные. Вообще у нас стоматология в Азербайджане, она стоит супер дешево. В России вообще таких цен нету. То есть запломбировать один зуб вы можете где-то за 40, за 30 долларов. За 30 долларов точнее. Смотря куда пойдете, конечно, но все равно. То есть цены очень приземленные. Я была немного в шоке, когда моя двоюродная сестра в России просто сделала одну пломбу на зуб передний и заплатила за это около 70-80 долларов. Я была в шоке, блин, маленький такой черное пятно. Потом приехал мой парень, и он сказал: ты чё, в Европе знаешь вообще какие цены на стоматологические услуги? Я реально офигела, что настолько дорого. И вот я как раз в видео говорю, что поставить брекеты наверх и на низ стоит 40 тысяч рублей. Можно и дешевле найти, но я вам так среднюю цену говорю. Я уверена, сколько людей будет говорить, что ай, как круто, как дешево. Вкуснотища, вот эти вообще нечто. Моя мама очень хотела, чтобы мой брат стал стоматологом. Очень хотела. Мама всегда представляла, как он в белом халате. Но брат не захотел. А жаль. Потому что это такая профессия, ребят, она вечная. То есть всегда у вас есть хлеб. Сейчас, например, бухгалтеры и все дела, сейчас изобретают такие программы, что столько бухгалтеров даже и не нужно будет лет через 10, к примеру. А чем будут заниматься люди, которые сейчас, например, учатся? На экономическом, на бухгалтера, например. Пройдут годы, чем они будут заниматься. Поэтому нужно искать профессию очень практичную, чтобы через 10-15 лет эта профессия была актуальна. Например, режиссер. Я бы очень хотела быть режиссером, снимать какой-то фильм. Мне кажется, это безумно интересно. Но я почти режиссер. А еще я постановщик, сценарист, актриса, монтажер. И так далее. Круто, что есть такая площадка, как YouTube.
где ты можешь раскрыться, снимать что-то. Ой, такая вот вкуснотища, господи, как вкусно. Как вкусно выглядит. Ты просто видишь это и все. Мне нравится, что у Japanese Garden Sushi у них что на фотографиях, то и приходит. Часто бывает, что фотографии совершенно другие. Приходят вообще другие. Косые, кривые какие-то. Ой. Давайте еще пару штук. Пару штук и закруглимся. Очень вкусно. Прям обалдеть, как вкусно. На этом, ребята, наверное, все. Будем закругляться. Хотя нет, давайте еще один. Просто видео получается слишком длинным. Я не хочу, чтобы оно было очень длинным. Обязательно подписывайтесь, ссылочка будет внизу на Japanese Garden Sushi. Заказывайте такой огромный сет всего за 30 манат и с бесплатной доставкой. Мне кажется, это вообще прям бомба. Обязательно обращайте внимание, когда выпущено это видео. Возможно, вы это видео видите через год, например. Тогда уже, к сожалению, эта акция не действует. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!